Ну что, дорогие друзья, всем привет! Сегодня днем мы забатлили с котом на сундуках, и наказание у нас было следующее. Проигравший должен был себе набить татуировку какую-то, связанную с Brawl Stars'ом. Многие начали мне в комментариях писать: «Холдик, так нечестно, ты хотел набить себе логотип, он никак не связан с Brawl Stars'ом». Ну, не знаю, я подумал, что типа это логотип моего канала, мой канал связан с Brawl Stars'ом, тыры-пыры, и тем самым я так обусловливал, аргументировал точнее тем, что это, логотип как-то привязан к Brawl Stars'у. Ну да ладно, все равно я не проиграл и, наверное, не так просто выразился. Я бы, наверное, все равно не набивал никакого персонажа. Вот логотип я еще был согласен. А вот кот хотел персонажа. И он реально вот сейчас сидит уже с татуировочкой. Друзья, я вам не могу сейчас показать полностью видос, он еще не готов. Мы его сейчас смонтируем, и он выйдет у меня на влоговом канале. Ссылка в описании. Быстрее летите на влоговый канал, подписывайтесь и завтра ждите видосик. Но я, конечно же, не могу вам не показать, поэтому сейчас, точнее, не могу не показать, да, правильно? Поэтому сейчас вы увидите отрывочек, как набивалась татуировка, отрывочек совсем, может, контуры, сам эскиз и кусочек уже готовой татуировки, не полностью, потому что, завтра уже увидите полностью закрас весь, вообще, это трэш, он реально уже сидит с татушечкой вот здесь, и это не фейк-инфа, поэтому посмотрите сейчас отрывок, как вообще, делалась татуировка, а дальше приступаем к ролику, тоже есть кое-что вам сказать. Итак, вот я вам просто кусочек сейчас покажу, но, ребята, татуировка сделана, то есть слово сдержал, реально, персонаж с игры Brawl Stars, я вам сейчас совсем кусочек покажу, но, ребятки, я прошу вас, вот у всех интрига, чтобы была, просто посмотрите завтра видос, как мы это все делали, как, короче, набивалось, давайте я вам просто кусочек покажу, пруфану, что все есть, все прекрасно. Все. А вот какая она полностью, вы узнаете завтра на моем влоговом канале. Ролик уже монтироваться будет сегодня. Я еще в инстаграме запущу, как только делали его. То есть контуры вы все это увидите, потому что, скрывать нечего. Это же не какой-то выдуманный персонаж. Вы его прекрасно знаете, уже, возможно, догадались. Но татуировка сделана, друзья. Сделана, и мы ее покажем завтра. Ссылка на влоговый канал в описании. Сколько? Давай... Не знаю, если наберете 70 тысяч лайков, вот как можно быстрее, выложим сразу, как наберете. Вот будем всю ночь монтировать, выложим влог сразу, как только наберете 70 тысяч. Если, не в силах будете, я же не знаю просто, как там ролик зайдет, не зайдет в рекомендации. Если не успеете собрать 70 тысяч лайков, тогда просто ждите завтра в течение дня. Ребята, это реально пушка, и сейчас я вам расскажу, что еще мы хотим. Кое-что забыть, ёханый баба. Итак, друзья, это вы сейчас посмотрели отрывочек, а завтра полноценный влог. Как эта татуировка рисовалась, там эскиз когда делали, почему именно эта татуировка, как ее набивали, закрасывали, вообще в целом весь выпуск будет посвящен на влоговом канале в описании. Также подписывайтесь на кота, у него есть свой канал, кто не в курсе, он там тоже расскажет, почему он выбрал именно эту татуху и вообще, как он решился на это, почему он согласился, черт возьми. Это персонаж с игры Brawl Stars набил татуировку на всю жизнь. Причем, скорее всего, первый в мире. Кто-то сейчас напишет, так ее вывести можно. Да никто ее выводить не будет. Это болезненно, это затратно. Это, для здоровья тоже остаются шрамы, я видел. Никто выводить уже не будет. Это реально на всю жизнь у него останется. Либо максимум когда-нибудь перебьет. То есть, это трэш. Я не знаю, как он на это согласился. Как мы на это пошли, это жесть. Но, смотрите, кот говорит, что как-то вот все равно недоволен, мы в батле сыграли на ничью, и мы потом зарешали на Цуефа, кто бьет татуху. Типа, он говорит, надо было еще раз батлить, потому что как-то, несправедливо, хотя ты сам предложил свою Цуефа, бросить монетку. Татуху бить такую себе. Говорит, давай сейчас сыграем в дуо, прикольно, ты за Спайка, я за Ворона, и вот если мы хоть одну катку, сольем, чисто по фану, он специально не будет сливать, пускай решит вот судьба. Если хоть одну катку, сольем, то ты набьешь Спайка, я. Я такой, у нас же 600 кубков, мы не сольем. Он говорит, давай попробуем, это чисто по приколу. Давай попробуем, кот. Татуха будет нифига не по приколу, так что... если ты не будешь специально подсирать, я ее не набью. Я надеюсь на это. Ладно, не переживай, не буду, могу пообещать. Это чисто для интриги, я сомневаюсь, что мы проиграем. Он уже сидит с татухой, ему терять-то уже нечего. Ребят, рекламная пауза, и смотрите видос до конца. Подпишитесь, если не были подписаны, обязательно проверьте подписочку. Поехали. Так. Кстати, смотрите, мы сыграем три катки. Три катки.
И нам надо занять любую позицию. Топ, ну, минимум топ-3, да? Ну да, минимум топ-3. Если у нас будет... Чтобы не было слива кубков. Да, чтобы не было слива кубков. Если хоть одна катка будет минус кубки, типа это уже считается за поражением. Вот, 0 кубков, типа, еще нормально. Ну, я надеюсь, что мы вывезем. Ну, камон, типа, я за спайка, как бы, ну, нормально. Ты за ворона, за дрот. Ну, тогда. Я сомневаюсь, что... Проблема, конечно же, опять же, в режиме, потому что еще, тем более, карта вообще не подходящая. Здесь больше тащат... Ну, пайперы. Очень ну, пайпер, опять же, нужно попадать. Ну, не знаю, но кот никак не может угомониться, то, что он реально, он уже чувствовал себя победителем, когда, ну, кто смотрел видос, те поймут, когда он выбил Джина, ему Джин выпал, а мне ничего не выпало. Ну, то есть, мы так думали. И он такой, ослаблен, а на самом деле, чтобы ты понимал, мне Мортис выпал раньше, чем тебе Джин, я на видос пересмотрел. Как это произошло, многие не поняли. Друзья, посмотрите внимательно на записи, там открылось одновременно два сундука. И тот сундук, который открылся вот одновременно со вторым, он просто пропустился, его на экране не видно было. То есть вы, если автокликером будете открывать, эффект будет тот же. Ну все, смотри, это уже каточка наша. Не, кот, это... Это где от рикошета? Он сам подойдет к тебе, если что. Я знаю. У него, кстати, это... Так. Опа, все, ну отлично, уже столкновение. Пойду заберу, эти баночки. Ага, давай. Тут тика, кстати, очень много используют, прямо очень много. А какой тебе резон вот реально тащить? Ты же можешь специально поднасрать мне, чтобы я это... Ну, могу, но, в принципе, блин, не знаю, знаешь, как-то оно... Не, просто хочется поиграть спокойненько. Не, ну, так больше интриги, да? Типа, мотивация не проиграть все равно. Ну, у меня, у тебя, не знаю, тебе терять нечего. Если, наоборот, хочешь, чтобы я набил, тебе надо... Вообще, в принципе, я сам тебе продолжил спайка, как бы, чтобы ты набил. Ну, знаешь, я тебя забегал все-таки на слабо. Не, ну... Хочется, чтобы ты набил. Бля... Но по-любому. Не, ну, ну если я буду его набирать, то мы не пиздрючечка вот такого вообще, как пайпер, пятнышко там какого-то. Так. Так. Отличненько, все. Первая каточка, победа. Да? Ну, еще такая... Слушай, дядя, я опал 20 тысяч кубков. Я, ну, на таком задроте диком был, что, знаешь, мне уже как-то оно на механизме вот тащить сейчас. Ну, я не понял. Тут как раз таки уже есть интрига, как раз таки в персах. Потому что, ну, на этих персах не так уж и хорошо тащить в вампиризме, когда у нас очень мало хп, 3000. Они просто убавляются, как некому делать. Я, блядь, растужен, что сидит с татуировкой, блин. Я реально так... Как ты на это вообще пошел? Как ты согласился? Я логотип хотел. Ну, как бы... Офигеть. А ты такой продолжил? Давай я тебе за бесплатно. Тихо, только... А, ну, в принципе, мы же показывали и на превьюшке, и на видосе. Но я не говорил, кто это. Ну, давай, просто равно завтра вы посмотрите итоговую полностью фуловую татуху, как она выглядит. То есть мы вам сегодня показали, типа, без закраса контур и кусочек. А завтра вы посмотрите целую татушку у меня на лайв-канале. Друзья, он это сделал, он сдержал свое слово. Он набил настоящую татуировку. За это, как минимум, респект, ребята. Ну, подпишитесь на его канал хотя бы, блин, я не знаю, ну... Но он заслужил хотя бы внимание какого-то. Только обещай не дебилить у себя на канале. Я вот это когда захожу к тебе, ты там постоянно то материшься, то... Не, ну я тоже, конечно, дебиль. Все мы дебилим понемножку. Да. Все мы говнюки в душе. Только у каждого разная степень. Как это? Дебилизма? Говни... Ну да. Вот. Я тоже дебиль очень часто, но тем не менее. Давай пом... Блин. Блядь, чувак, если мы сейчас сдохнем, это все. Это будет капец. Это будет капец. Мне тупо надо 9 секунд прожить. Не надо проигрывать, я тебя умоляю. Все, давай как-то отыграем. Нам надо, что нам ты надо... не проиграл, потому что это было бы по твоей вине. Нам надо хотя бы... Ну да, кстати, нам надо... О, все, третье место. Фух. Нормально. Блядь. Так, кто будет... Давай, знаешь, у тебя перс более живучий, чем я, так что... Да пошел ты в попу, блин. Все, отходи обратно туда, где я... Реально, я сегодня... Что опять? Да все, давай уже третье, все, успокойся. Точно. Все, мы третье, 0 кубков. Это ж не минус? Слушай, на 600 кубков не минус? Конечно, не минус. 0. Так стрёмно, пиздец. Ну, могли бы там и больше затащить. Последняя катка получается? Да, последнюю давай. Мы 3 играем, если ни одну не проигрываем. Мне кажется, сейчас тут будет самый капец. Друзья, лайк поставьте, и возможно... Как вам, кружечка? Возможно, проиграем. Тоже на лайв-канале выйдет видос, какие вещи я забрендировал, какие у меня есть этот, ну... Вы уже так проспойлерили, я уже спойлерил в Инстаграме. Но тем не менее, ждите на лайв. Вообще, подписывайтесь на лайв-канал. Там много чего выходит помимо игр. Но оно и связано немножко с играми. Там скины в реальной жизни. Там сундуки в реальной жизни. Там рыбалка, охота. Я не знаю, прыжки с парашюта, выживание. Прыжки с моста. Выживание. Я не знаю, заживание. Все, что хочешь, блин. На любой вкус и цвет. Поэтому влоговый канал...
500 тысяч уже, ребят, хотелось бы когда-нибудь, может быть... Реальная цель, мечта, 1 000 000 подписчиков. Почему нет? Слушай, вот это возле куста так не стой. Там я Пайпер понял. Сейчас шмальнет да, тебя. Да, нормально все. Кто там? Помогу. Угу. А, смотри, уже 3-е место. Слушай, да. Ну все, я не буду наливать татуировку. Ну это, слушай, ну вот сейчас на самом деле спорт такой себе, потому что тут много чего зависит от нас. Если мы когда открывали сундуки, ты никак не можешь контролировать, выпадет да. тебе мифик или не выпадет. Он может как выпасть, так и нет. Да это суефа такой, если надо было тебе сразу предлагать, давай батл, типа 1-1, и кто проиграет, как ты их убил. Ну суефа, типа, просто хотелось закончить видос. Типа, мне впадло было искать снова какие-то аккаунты, потому что надо да, было... Да ты не подумал просто, блин, из-за этого... Я реально не подумал, что может быть ничья, как такое возможно? Хотя, ну, да, это вообще да. не исключено. Но суть в том, что мне реально было впадло найти одинаковые аккаунты, эти все дела. И поэтому мы сыграли на ЦУЕФА. Угу. Так, слушай, если мы сейчас проиграем, вот, если мы хотя бы 3-е место займем, то все, надо бить. Надо. Надо топ-2 минимум. Блять, как она отхилилась? Она кого-то убила, приколи. Да, она оп. Убила там. Ну все, топ-2. Красиво, красиво. Так. Ну давай топ-1. Закидывай. Отлично. Так. Там Леон, если что, под инвизом может быть. Или не может быть. Ах, Ерёд. А, вот он, Леон. Так, стой, дай я заберу, дай покрасить. Стой. Нет! Зачем? Я... Па-бам! Красиво. Ну что ж, друзья, не дождетесь. Не, дождемся. Ничего, в следующий раз еще что-нибудь придумаем. Так я не буду больше соглашаться на это. Я сейчас согласен был на Спайка, потому что... Давай под Новый год, вот 100% какой-то крутой персонаж выйдет, и мы что-нибудь придумаем такое. Блин, ну... сколько лайков ты попросишь? Да не, ну слушай, да ну дядя... Да давай за лайки перса. Нет. Да не хочу я бить татуировку перса. Бля, а что я единственный в мире, получается... Ты, кстати, он реально... Мне такое ощущение, что он единственный в мире, кто набил такую татуировку, потому что мы гуглили весь интернет, мы не нашли ни одну татуировку. Ну, может быть, где-то у кого есть, либо мы плохо искали. Я не утверждаю. Это мое просто предположение. Ну, либо один из немногих, возможно. Не, ну в мире много людей, может быть, кто в интернет не выкладывал. Но тем не менее, реально, из ютуберов точно ты первый. Поэтому и последний, может быть. Я реально, я не хочу, вот чисто тебе говорю, я не хочу бить. Да у тебя уже 2 татушки есть, давай. Ну так персонаж, камон, нету ни одного персонажа, который бы ассоциировался с чем-то у меня, и мне хотелось бы. А логотип еще, ладно, это мой канал, это моя жизнь, это моя история. Давай логотип. Кем бы я ни занимался через 30 лет, все равно логотип мой будет означать и напоминать мне через вообще вот этот жизненный путь интересненький такой за 3 года, который поменял мне очень сильно. Слушай. Перевернул всю мою жизни. Давай заставим Love You набить Мортиса. Короче, друзья, это было интересно, это было стрёмно, и это было на самом деле драйвово. Ну, я не знаю, как это по-другому описать, но это такой смелый поступок, потому что это реально смеемся, это на всю жизнь. Ну, вот это понимает, кто-то к этому относится серьезно, кому-то ты, блин, ну рисунок и рисунок. Поэтому будьте проще, улыбайтесь. Конечно, не повторяйте ни в коем случае подобные вещи. Лучше обдумайте, прежде чем... Я думаю, никто не собирался, но тем не менее. Кто его знает, мы сейчас посмотрели, что типа это... Завтра будет влог, посмотрите его обязательно. Ну и ждите еще видосы. Подписывайтесь на кота, с вами был Холдик. Всем удачи, хорошего настроения, до новых встреч. И пока.